Кому сыграл? Падая ногой. Какой пас получился хороший. Канунников хочет штрафную. Нет, еще не вошел. Пас вдоль ворот. И ворота пустые. И гол. 14 номер. Тиньяр Белялетдинов. Какой получился пас хороший Канунникову сейчас. И Криш это проиграл позицию. И Белялетдинов замыкает эту комбинацию. Красивая комбинация. 1-1. 72-я минута. Что ж, то красиво, то красиво. Не прибавить, не убавить. Ни игры не было. И вот здесь Канунников правильно все делает. Забрасывает. И видите, вот из-за спины Белялетдинов, Смольников рядом с тем, кто был перед ним. А сзади там уже полузащитник не успел. Юсупов там бежал. Но в этой атаке, посмотрим еще раз с этой точки. Владыкин выходил на перехват, он рисковал, наверное, правильно делал. Но теперь еще.